В популярном курортном городе Сус. Вооруженные автоматами боевики подплыли со стороны моря на катере и через короткое время стали расстреливать всех подряд. По последним данным, погибших 37 и 36 человек ранено. Среди пострадавших, по подтвержденной нашим посольством информации, есть одна россиянка. МИД России теракт в Тунисе уже осудил. Как все случилось и что происходит на месте трагедии сейчас? Об этом шеф Ближневосточного бюро вестей Сергей Пашков. Опустевшие, оцепленные пляжи, наряды полиции и национальной гвардии, перекрывшие зоны фешенебельных отелей, сыщики, офицеры спецслужб, опрашивающие свидетелей, медики, доставившие в госпитали более двух десятков пострадавших с пулевыми и осколочными ранениями, туристы, некоторые из которых до сих пор не решаются выйти из номеров, забаррикадировав двери тумбочками или массивными кроватями. Большинство из них уже этой ночью и в первую половину субботы покинут страну навсегда. Террористы не только охотились на людей, не только пытались убить максимально возможное число отдыхавших здесь европейцев. Они били в самое уязвимое место Туниса по туристической индустрии, приносящей 15% внутреннего валового продукта страны. Били по отрасли, в которой работает каждый седьмой житель Туниса. После полудня на пляже испанского сетевого отеля Imperial Marhaba всегда многолюдно. Только в этой гостинице 366 номеров. Это пятизвездочный отель, находящийся в непосредственной близости от пляжа, достаточно популярный на мировом туристическом рынке. Там было много британских, немецких, бельгийских, голландских туристов. И отели хорошо продавались и на нашем рынке. Рядом, цепочкой, возле пляжной зоны, расположены не менее вместительные пятизвездочники, работающие по системе «Все включено». На приближающийся к берегу катер в первое мгновение никто не обратил внимания. Но в эту секунду сработало взрывное устройство, возможно, в сторону отдыхающих были брошены ручные гранаты. Испуганных, не успевших ничего понять людей шквальным огнем, меняя обоймы, начали расстреливать из автоматов. Отдыхавшие бросились в сторону отелей. Террористы преследовали их, стреляя в спины. Около 30 погибших, не менее 20 раненых. Мужчины и женщины, молодые и преклонного возраста. Люди так и оставались лежать на песке пляжа и аккуратно постриженных лужайках. В лужах крови. Среди погибших много немцев и британцев. Сообщалось о раненой в ногу женщине из России. Позже пришла информация о том, что это туристка из Украины. В отелях курортной зоны порт Эль-Кантауи, что в 10 километрах от тунисского города Сус, в настоящий момент отдыхают 20-30 россиян и наши соотечественники. Остановившиеся в соседнем отеле спустя несколько часов после пережитого вышли на связь, пытаясь рассказать о случившемся и сообщить близким о том, что им повезло. Они живы. Мы бежали с пляжа, выбегали с воды, вещи собирали так, как могли собрать эти вещи. На самом деле все туристы в панике, все звонят всем своим туроператорам. Паника возникла среди англичан, люди кричали, хотели поехать домой. Целая серия террористических атак во Франции, Кувейте и Тунисе говорит о спланированной акции, цель которой показать, что ни в Европе, ни в Персидском заливе, ни в Северной Африке не осталось недосягаемых для радикальных исламистов мест. Сергей Пашков, Варвара Галемба, Александр Иванюк, Ближневосточное бюро вестей.